Время удачных покупок. В торговом комплексе «Кировский» на втором этаже проходит народная ярмарка. Широкий выбор товаров для всей семьи от российских и зарубежных производителей. Для женщин рижский, смоленский, немецкий трикотаж. Стильно и удобно. Изысканное качество, яркие принты, широкий размерный ряд. А для мужчин привезли трикотаж из Турции. Натуральные ткани из хлопка. Одежда не скатывается, не линяет. Модели новые, в наличии есть толстовки на осень. Кстати, пора готовиться к холодам. Верхняя одежда финских, российских и итальянских брендов. Марита, Синтевия, Мираван. Здесь можно найти плащи, ветровки и тренчкоты на межсезонье, а также более теплые вещи на зиму. Из Тамбова в Саранск привезли унты ручной работы, носки и варежки из овечьей и собачьей шерсти, а еще жилетки и шубки из шерсти мериноса. Мастера Монголии привезли вещи из натурального кашемира и пуха тибетского яка. Особенность в том, что человек испытывает комфорт. Эти вещи, они уникальны тем, что они теплые, мягкие, не кусаются, не колятся и не раздражают. Также в них ты не испытываешь влагу, потому что они испаряют. Кожаная женская обувь, стильные сапоги, ботинки на осень и зиму. Есть модели на проблемные стопы. Модная сумка дополнит образ. Фабричного производства Италия, Англия, Польша. Натуральная кожа и гобелен. Рязанский домашний текстиль, одеяло, пледы, полотенца, постельное белье и подушки, в том числе ортопедические. Из Санкт-Петербурга в Саранск впервые привезли готовую оптику. Здесь же всего за пару минут можно проверить зрение. Я смотрю центровку человека, каждый глаз отдельно. Если разница небольшая или глазки одинаковые, сразу выбираем из того ассортимента, что вот у нас представлено здесь на витрине. Если разница между глазами большая, человеку необходимо сделать разные линзы, то в течение 30 минут все будет готово. Целебная магия Востока. На выбор лечебно-китайские пластыри, мази от мозолей на топтыши и массажные тапочки. А еще в наличии натуральное ароматное мыло из Дубая. Хорошо очищает и увлажняет кожу. Ну а к столу алтайские и индийские травяные чаи, натуральные сладости и сыроколбасные изделия. Народная ярмарка. Здесь каждый найдет товар по душе. Успейте побывать в торговом комплексе «Кировский» с 23 по 27 августа включительно. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин. Наши новости.